Самая сладкая девушка на свете должна выглядеть на все 100. Моя сладкая косметика. Без нее как без рук. Немного подсластим глазки. Другое дело. Вот это аромат. Ух ты, какие аппетитные губки. Так бы и съела эту помаду. Осталось немного поработать над прической и сладкой ватой. Вау, супер! Уже не так скучно. Карамельные стразы. Ну вот, я совершенно неотразима. Последний штрих. Модные очки от конфитюр. Класс! Уровень сахара просто зашкаливает. А вот и фруктовая леди. Какая эффектная. Клубничная косметика. Аксессуары 50 оттенков цитруса. Ну конечно, чуть не забыла. Банановые наклейки. Это же последний тренд. Супер! Миссис Уайт начинает урок. Доставайте конспекты и канцелярию. О, конечно, без проблем. Кажется, девочки неплохо подготовились. О нет, что это вы с собой принесли? Это лишнее. Вы не поняли, это же ручка мороженое. Вот, смотрите. Отлично пишет, я же говорила. Ладно. Так, а у тебя? Покажи, что ты там принесла. О, без проблем, посмотрите. Это ластики в виде фруктов. Отлично стирает. Хорошо. Я все поняла. Пожалуйста, занимайтесь. Класс, сработало. Вот теперь можно достать настоящую запрещенку. Держи, угощаю. О, желейки? И это все мне? Не переживай, я никому не скажу. Пока миссис Уайт с головой ушла в лекцию, Мэри устраивает фруктовую диверсию. Вот, держи витаминки. Ого, супер, спасибо. А чем это пахнет? Мандарины? Конфеты? Нет, что здесь происходит? Сейчас же прекратите. Еда на уроке под запретом. Упс, кажется, нас заметили. Да-да, миссис Уайт, мы все во внимании. Как хорошо, когда в комнате много зелени. Мэри чувствует себя истинной феей фруктовых джунглей. Мой хороший, у тебя все в порядке? О нет, тебе хочется пить. Мэри не оставит в беде свой любимый комнатный сад. Ну вот, время модных процедур. Кажется, здесь скоро появятся маленькие лимончики. Или не совсем маленькие. Вау, вот это аромат! А Барбара просто обожает путешествовать. Посмотри, в ее альбомчике конфетные фантики со всего мира. О, какая прелесть! Уже хочется снова везде побывать. Так скучаю по этим дням. Это было безумно вкусно. Вот бы повторить. Похоже, пора собирать деньги на новый сладкий вояж. Время обеда. Как насчет киндер-сюрприза? Только сначала нужно его приготовить. Шоколадная яичница на завтрак. О чем еще мечтает сладкоежки? О, нет ничего лучше полезной еды. Мэри готовит фруктовый салат. Здесь только витаминов? О нет, только не это. Как он сюда попал? В чем дело? Ах, это. Ну ты даешь. Не трогай, он такой гадкий. Посмотри, это просто желейный червяк. Объедение. Ах, вот оно что. Я так испугалась. О, брось. Давай уже завтракать. Джека готовит Мэри сюрприз. Думаю, ей понравится. Нет, она будет просто в восторге. Упс, кажется, идет. О, привет, дорогой. Я немного задержалась. Ничего, это бывает. Смотри, что у меня есть. Банановое признание? Как мило. Дай я тебя поцелую. Ого, такого я не ожидал. О, Джек, что это с тобой? Только посмотри, ты весь в пятнах. Серьезно? Что это значит? Не может быть. Она права. Вот, взгляни. О, ужас. Что мне делать с этой сыпью? Извините, мне нужно выйти. Видимо, это от большой любви к фруктам. Ты серьезно? С ума сойти. Ну, конечно. Он у меня такой романтик. Скоро вы сами все увидите. Он потрясающий. Привет. А вот и Брэндон, любимый. Это тебе, милая. Мне? Ты уверен? Ну, конечно. Посмотри, какой он мягкий. Да он же совсем не сладкий. Ах, да, сейчас исправим. Видимо, тебе больше по вкусу желейные мишки. Класс, сразу бы так, ты лучший. Я так счастлив, что тебе понравилось. О, они такие милые. Упс, что происходит? Кажется, Брэндона стало немного больше.
Угу, так бывает, когда кто-то слишком любит сладости. А можно еще одну? О, они бесподобны. О, отличный спортзал. То, что нужно для нашей тренировки. Ну что ж, начну с разминки. Любимый, ну где же ты? Давай, ты должен это заслужить. Вот так, еще немного. Тебе сюда. Вперед, ты же хочешь вкусняшку? Ну ладно, возьми кусочек, заслужил. А теперь за мной. Вот, отлично. Не ленись, тебя ждет хорошая награда. Давай, еще немного. Оно того стоит. Отлично, поработали. Теперь можно и перекусить. Вкусно, правда? О, да, объедение. О, нет. Видимо, это замкнутый круг. Даже на время тренировки Мэри не может отказаться от фруктов. Думаю, один батончик мне не помешает. Супер, было вкусно. Упс, банановая кожура на полу. Это не к добру. О, нет, что это было? Я жива? Кажется, у меня сотрясение. Ты подскользнулась, бедняжка. А у меня для тебя сюрприз. Сладкий леденец? Как мило. Где-то здесь был банановый крем для рук. Самое время заняться бьюти-процедурами. Отлично. Как я выгляжу? По-моему, неплохо. Но витаминную масочку никто не отменял. Обожаю мандарины. Вот он, релакс. Буду как новенькая. Готово. Вперед покорять мир. Самые актуальные бьюти-лайфхаки нужно искать в Инстаграме. Ого, а вот это мне уже нравится. Маска из нутеллы. Думаю, стоит повторить. Шоколадное спа. И почему я сама до этого не додумалась? Теперь точно буду красоткой. Для полного расслабления не хватает любимой музыки. Отличный вечер. Так, чем бы перекусить? И что мне выбрать, нутеллу или апельсин? Ну, конечно, апельсин. Только представь, сколько в этой банке калорий. Береги фигуру. А ты слышала про аллергию на цитрусы? Лучше съешь вкусняшку, поднимешь себе настроение. Какой сложный выбор. Возьму-ка я лучше морковку. О, нет. Это что, дождь? Я же сахарная. Вот возьму и растаю. Что мне делать? Без зонтика не обойтись. О, обожаю ливень. Самое время доставать мой классный фруктовый зонт. Здорово, правда? Не то слово. Дождь нам нипочем. Что это? Мой зонтик тает? Ну, конечно. У Барбары даже зонтики с карамели. Но я же промокну. Скорее сюда, места хватит. О, спасибо, ты так добра. Ну что, пойдем? Конечно, пора прогуляться. Давно не делала классных фото. Это будет просто бомба. Привет, а можно мне? Ну, конечно, присоединяйся. Класс, яркие девчонки. Постой, у меня есть идея. Серьезно? Что ты задумала? Сейчас все увидишь. Леденец вместо платья. Не фото, а конфетка. Вот увидишь, тебе понравится. Теперь моя очередь. Держи арбузик. О, круто! Здорово придумала. Леди в арбузном платье, можно вашу улыбочку? Отлично! Только посмотри, что получилось. Скорее показывай. Вау, какие же мы классные! Вот это топ! Все лайки наши! Ссоры и расставания – это всегда грустно. Нет, как ты мог? Я тебе никогда этого не прощу! У меня нет слов! Я такая несчастная! Такого я от тебя точно не ожидала. Извини, у нас ничего не получится, я ухожу. Нет, это конец. Ну за что мне это все? И почему мне так не везет? Не плачь, у меня для тебя кое-что есть. Как там говорится, если жизнь дает тебе лимон? Ну, в общем, ты знаешь, что делать. Лимон? Ты уверена, что это поможет? О нет, кажется, Сью не сильна в поговорках. Фу, какая гадость. Постой, вот то, что тебе действительно нужно. Ммм, конфетка, мне нравится. По-моему, не все так плохо. Кажется, жизнь налаживается. Главное, вовремя ее подсластить. Понравилась наша история про сладкую и фруктовую девушек? А что выберешь ты? Сладости или фрукты? Напиши об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал
и нажать на колокольчик. Не пропусти новые скетчи про типы девушек на канале Трум-Трум Селект.